Ты здесь? Ответь! Скорее убирайся оттуда, ты поняла? Святоши ищут людей вроде тебя. Тех, кто умеет стрелять. Они приходят среди ночи и поджигают их дома. Знаю, ты хочешь дать им отпор. Прошу тебя, не надо. Лучше беги. Хоть бы ты уснул.
Вижу, у тебя хорошая комп. У Иоанна Сида целая эскадрилья на ранчо. Говорил тебе, он убьет нас всех. Или заставит молить о смерти. Его надо остановить. Береги этого пса, слышишь? Я так благодарен! Thank you.
Thank you.
Ну что еще? Тут наверху! Любишь ты проблемы. Я Грейс. Мне рассказывали, кто ты тут портит жизнь эдемщикам. Ты вовремя. Видишь могилы внизу? Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Ха, не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею, но меня нужно прикрывать. Они вернутся в любую минуту. Юго-восток. Я буду здесь. Спускайся, я прикрою. Они держатся слишком... Они... Нас окружили. Отвлеки их внимание, чтобы я могла прицелиться. Они у могилы. Могила у желтого дерева! На юге! Уничтожьте памятники! Черт! Могила у желтого дерева! На юге! Эти памятники зло! Плохо дело! Дороги.
враг на юго-востоке. Эти твари не сотрут наше прошлое. Эй, есть минутка? Я тебе должна. Немногие готовы вступиться за других. Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе, секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Но если будет нужна помощь, зови. Я тебя прикрою. Come on.
конец!
не так. Чтобы они родились заново и могли процветать в мире после коллапса. Такова воля Господа. Это наша цель. Принять слово Иосифа. Они могли бы помочь нам. Спаси меня от них! Меня бесит теория заговора Зипа, но если он поделится взрывчаткой, я готов его слушать.
Скотина нас загрызет! Боже, пес меня убьет! Темнеет в глазах! Спасибо, помощник. Come on!
Патроны, нож может спасти шкуру. Пожалуй.